Jai Radha Madhava Jaya Kunjabi Hare Jai Radha Madhava Jaya Kunjabi Hare Jai Radha Madhava Jaya Kunjabi Hare Janavalabha Jayam Girivarat Hare Jayam Girivarat Hare Gopin Janavalabha Jayam Jaya Girivarathare Yashodhanandana Jaya Vrajajanaranjana Jaya Vrajajanaranjana Yashodhanandana Jaya Vrajajanaranjana Jaya Vrajajanaranjana Yamunatiravanachari Jaya Kunjabi Hare Jaya Kunjabi Hare Yamunatiravanachari Jaya Kunjabi Hare Jaya Kunjabi Hare Yamunati Ravanachari Jaya Kunjabi Hare Jaya Kunjabi Hare Yamunatiravanachari Jaya Kunjabi Hare Jaya Kunjabi Hare Jai Radha Madhava Jaya Kunjabi Hare Jai Radha
Madhava Jaya Kuncha Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kuncha Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kuncha Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kuncha Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kuncha Bihari Gopinchana Vallabha Jaya Giri Varothare Jaya Giri Varothare Vallabha Jaya Giri Varothare Jaya Giri Varothare Yashoda Nandana Jaya Brajachanarajana Jaya Brajachanarajana Yashoda Nandana Jaya Brajachanarajana Jaya Brajachanarajana Yamuna Tiravana Chare Jaya Kuncha Bihari Jaya Kuncha Bihari Yamuna Tiravana Chare Jaya Kuncha Bihari Jaya Kuncha Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kuncha Bihari Madhava Jaya Kuncha Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kuncha Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kuncha Bihari Скон Гуру Вриндаки, основатель Ачарьи Скон Битиши Прупарики, Намачарьи Шрила Харидаса Такураки, вся слава собравшимся преданным Господом, вся слава собравшимся преданным Господом, вся слава собравшимся преданным Господом, вся слава Шиши Гуру и Гуранги. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Там Прабху попросил прочитать мне класс по Шримад-Бхагаватам. Для начала я хочу попросить благословения старших преданных,
всех вайшнавов, собравшихся, для того, чтобы я был полезен сегодня всем вам. Я возьму текст из этой песни, это 9 глава, 17 стих. Молитва Господа Брама о даровании созидательной силы. Лакови карманирта кучалей прамата карманьям твотудите баватарчане све я става тасим балаванны ханджевитая шам садящина тянимитая намосту тасмай. Перевод и комментарий о Божественной милости Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. В большинстве своем люди занимаются абсолютно бессмысленной деятельностью. Ты сам рекомендовал образ действий, благотворный для того, для каждого, но они пренебрегают твоими советами. До тех пор, пока люди не избавятся от стремления заниматься бессмысленной деятельностью, все их планы, которые они строят, ведя борьбу за существование, будут обречены на крушение. Поэтому я склоняюсь перед тобой, действующим в образе вечного времени. Комментарий. В большинстве своем люди занимаются совершенно бесполезной деятельностью. При этом они сознательно избегают по-настоящему благотворной деятельности, преданного служения Господу, которая на языке Писания называется сводом правил Арчаны. Принципы Арчаны, установленные самим Господом, изложены в Нарда Панчаратри. И им неукоснительно следуют все, кто наделен разумом и знает, что высшей целью и совершенством жизни является достижение Господа Вишну, корня древа материального мироздания. Кроме того, в Бхагаватам и Бхагавангите также говорится о необходимости такой регламентированной деятельности. Однако глупцы не понимают того, что истинное благо им может принести только постижение Вишну. О Бхагаватам 7.5.30.32 сказано. Матирна Кришны Паратах Сватва Митхопхи Падита Гриха Вратанам Ананта Гапширвишатам Тамисрам Пунайх Пунашчарвита Чарвананам На те виду свартха гатим хи вишну, дурашая ей бахирартха маннах, анхая адхантхайр упани яманас, те пишетан дьям урудам ни банхах, найшам матиста вот рукра манкрим, сприштьян нартха пагаму ятартхам, махия сампада ражопхи кишам, Нишкинчананам навринита яват. Тем, кто твердо решил сгноить себя в темнице иллюзорного материального счастья, никогда не обрести сознание Кришны. В этом им не помогут ни наставления учителей, ни познание себя, ни совместные обсуждения. Необузданные чувства увлекают этих людей в темнейшей области невежества. И потому в безумии своем они занимаются только тем, что жуют пережеванные. Поглощенные своей бессмысленной деятельностью, они не подозревают о том, что высшей целью человеческой жизни является достижение Вишну, Господа мироздания. Поэтому все их усилия сосредоточены на борьбе за существование в пределах заблудшей материальной цивилизации, которая находится под властью внешней энергии Господа. Их ведут за собой такие же глупцы, как они сами, подобно тому, как один слепой ведет за собой другого, в результате чего оба падают в канаву. Таких глупцов не привлекают деяния Верховного Всемогущего Господа, который один способен избавить их от расплаты за все совершенные ими глупости. Так будет продолжаться до тех пор, пока они не станут достаточно разумными, чтобы прислушаться к наставлению великих душ, избавившихся от материальных привязанностей. В Бхагавад-гите Господь обращается к каждому из нас с просьбой оставить все прочие занятия и целиком посвятить себя арчане, деятельности, угодной Господу.
Однако, за редким исключением, деятельность, регулируемая правилами арчаны, не привлекает людей. Все в этом мире в той или иной степени привязаны к деятельности, противоречащей воле Верховного Господа. Занятие гьяной йогой также косвенно отрицает власть Верховной Личности Бога. Единственной по-настоящему благотворной деятельностью является арчана, поклонение Господу. Гьяну и йогу иногда включают в систему арчаны, но в этом случае на них смотрят как на вспомогательные средства, способствующие достижению конечной цели Господа Вишну. Из всего вышесказанного следует, что только преданные Господа достойны называться людьми и обрести освобождение, тогда как все остальные просто растрачивают свои силы в бессмысленной борьбе за существование, не получая от этого никакого блага. Локо викарма нирета кушале прамата карманья ямтва тудитем баватарчане све яставатасе балаванны ханживиташан садьярчина чани мишайя намосту тасмай. В большинстве своем люди занимаются абсолютно бессмысленной деятельностью. Ты сам рекомендовал образ действий, благотворный для каждого, но они пренебрегают твоими советами. До тех пор, пока люди не избавятся от стремления заниматься бессмысленной деятельностью, все их планы, которые они строят, ведя борьбу за существование, будут обречены на крушение. Поэтому я склоняюсь перед тобой, действующим в образе вечного времени. Нама Ом Вишна Падая Кришна Приштая Патали Ишимати Бхакти Виданта Свами Тянамине. Намасте Сарасвати Деви Гаурвани Прачарине. Нирвишеша Шунья Вади Пашати Андеша Тарине. Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гарадхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Шрила Прабхупада ки. Господь Брахма обращается к Господу Кришне с молитвами, в которых на самом деле раскрывается суть философии. И в этом стихе он затрагивает деятельность обычных людей. И он говорит о том, что большинство людей заняты бессмысленной деятельностью. И мы с вами видим, современная цивилизация есть наглядный пример тому. А у людей очень мало интереса к духовной жизни, как таковой. Проповедники, преданные санкиртны, очень хорошо знают, какие ответы дают люди, с которыми мы соприкасаемся. Я заметил, в 90-е годы у людей было больше интереса, люди говорили, у них отговорка основная была, простите, у нас нет денег, люди готовы даже эти деньги были занять, чтобы взять книги, был интерес в гораздо большей степени проявлен. Сейчас самая распространенная отговорка, мне неинтересно. Чаще всего я эту отговорку встречаю. Деньги появились, интереса нет. И еще нет времени, время тоже меньше стало. У меня один директор недавно встретился, директор компании, он говорит, о каких книгах вы говорите, когда я их читать буду? Времени никакого нет. Где время найти? Я вот недавно в YouTube залез, 3 часа, коту под хвост. Откуда взять времени, конечно. Гаджеты, интернет все поглощают.
у людей нет времени. Интереса тоже нет. Интерес к внешним вещам. В Пуранах и в Шримад-Бхагаватам, где содержатся пророческие тексты, упоминаются признаки Вайкакали. И в частности, в 12-й песне Шримад-Бхагаватам говорится о том, что век Кали, в тот век, в который мы с вами живем, у людей будет пропадать интерес к духовной жизни и будет появляться внутренняя неудовлетворенность. И неудовлетворенность есть следствие нарушенной связи с Богом, это факт. В нашей практике это тоже касается, мы с вами обрели очень удивительное знание, это великое знание, которое позволяет нам с вами стремиться к очень чистой и возвышенной цели. Но нам нужно должным образом пользоваться этим знанием. Есть знание о высшей цели, есть практика, которой мы пользуемся. И то знание, которое мы с вами получаем, должно, по идее, в идеале сделать нас очень целеустремленными в духовной жизни. Кришна об этом говорит в Бхагавад-гите, известный стих. Явасаятмиха Будхир, Экеха Куру Нандана, Бахуша Хабхья Нанташча, Будхаю Явасайнам. Те, кто встал на этот путь решительно и целеустремленные, он говорит, видит разум тех, кто нерешительны. И такие люди стремятся только к одной цели. Но часто в духовной жизни наш ум, который очень хитрый по природе, он рассеивает наше внимание на разные цели. Есть промежуточные цели. О них Шрила Прабхупада пишет в этом комментарии, говорит о карме, гьяне, йоге. И, в общем-то, термины достаточно привычные для нас. Мы с вами не раз с ними встречались. Карма, гьяна, йога. Но вопрос в том, что когда мы с вами говорим о цели, а говорим о ней достаточно часто, мы можем видеть эту цель в определенном тумане. Она может недостаточно быть прозрачна. Не потому, что мы о ней не услышали, а потому, что вкус, который связан с этой целью, ограничен в нашем опыте практическом. Это распространенная проблема. Мы можем говорить на лекциях о теме, связанной с чистым преданным служением, и это очень важно. Но на практике жизни мы часто соприкасаемся с тем, что нам не хватает вкуса, и мы очень легко кидаемся для того, чтобы насладиться какими-то временными вещами в этом мире. Материальный мир очень непросто устроен, нас очень многие вещи отвлекают здесь. Заметьте, мы с вами соприкасаемся с различными объектами. Очень простой принцип. Хьяяту вишаян пумсах сангата ишу паджаяты. Кришна говорит в Бхагавад-гите, он объясняет, созерцая объекты чувств, человек развивает привязанность к ним. Очень много различных объектов вокруг нас с вами находится. Бхактивинода Такур в Шри Кришна Самхите объясняет, он говорит, что вайшнавы, люди, которые стали на путь преданного служения, они должны быть очень внимательными и не должны рассматривать просто так объекты, которые являются причиной обусловленности в этом мире. Просто так дешево не нужно их рассматривать. И он пишет, что если вайшнав позволяет себе это делать, он может обусловиться и сойти с пути преданного служения. И 62 и 63 стихи Бхагавад-гиты, 2 главы, где объясняется, как возникает гнев, как возникает иллюзия. Ачарьи прошлого говорят о том, что эти стихи описывают падение трансценденталиста, не простого человека, человека, который встал на путь преданного служения, который следует духовным путем. И на самом деле очень много промежуточных целей, с которыми мы соприкасаемся в процессе духовной практики, а на самом деле это реальность. Мы с вами, идя по духовному пути, будем соприкасаться с какими-то промежуточными целями. И если наш ум обуславливается этим, если наш ум в какой-то момент решает, да, я себя чувствую хорошо, комфортно, много вещей могут обуславливать нас. Плоды кармы, плоды гьяны. Что такое плоды кармы? Плоды кармы – это процветание, которое к нам приходит. Вот. Благополучие какое-то. До этого страдали не один год. Денег не было, богатства не было. Тут вдруг свалилось неожиданно. Почувствовали себя счастливым. И внутри может уйти импульс двигаться дальше. Очень часто это происходит, к сожалению. И сегодня мне хочется поговорить о том, как парировать эту тенденцию нашего ума обуславливаться
промежуточными целями, с которыми соприкасаемся мы с вами в процессе духовной практики. Кришна Бхагавад-гита объясняет, он говорит, что людей со скудными знаниями привлекает цветистый язык вед. Ям, имам, пушпитам, вачам. С этих слов начинаются эти два стиха, приведенные в Бхагавад-гите. Кришна говорит, что люди со скудными знаниями привлекаются цветистым языком вед. Веды призывают заниматься кармическими обрядами, совершать кармические обряды ради достижения райских планет, ради рождения в знатной семье, ради материального процветания, богатства. И живя ради чувственных наслаждений, такие люди считают, что нет ничего превыше этого. Это перевод стихов, 42-43 стихи из 2 главы Бхагавад-гиты. Очень интересные стихи, давайте поразмышляем над ними. Есть люди, которые привлекаются цветистыми словами вед. Речь идет о разделах карма-канды. На самом деле, сома-веда, яжур-веда, они описывают очень красочно райские планеты. Очень привлекательно. И людей многих привлекают цветистый язык вед или райские наслаждения. Благо, в современном обществе такой проблемы не существует, особенно в западных странах. Почему? Потому что люди просто не знают об этих цветистых словах вед, о разделах карма-канды они тем более не слышали. Поэтому сложности не возникает. Но когда мы ведем речь о ведическом обществе, о людях, которые соприкасаются с ведами, с подобным описанием, да, людей привлекает это. Потому что райские планеты сулят гораздо больше чувственных наслаждений. Но в этих стихах говорится также о благополучии в этом мире, в этой жизни. Люди могут получить процветание определенное. И очень интересно, стихи заканчиваются утверждением, что такие люди считают, что нет ничего превыше этого. Казалось бы, почему? И мы должны понимать, что это промежуточная цель для чистого преданного. Это промежуточная цель для чистого преданного. Мы на самом деле не должны обуславливаться богатством, которое приходит. Легко, конечно, сказать, когда оно приходит. Реакция может быть другой. И на самом деле причиной того, что ум может обусловиться тонкими желаниями, грубыми формами чувственных наслаждений, кроется в определенных вкусах. Вкусы материально доступны, а духовные ограничены. В этом может быть сложность. В этом чаще всего эта сложность и проявляется. Кришна объясняет, он дальше говорит: «Бхогайшварья прасаттанам тая пахрита четасам явасаятмика будхир самадхауна витхияте». Он использует в этом стихе слово «самадхи» — ум, который поглощен. Ум может быть поглощен духовной практикой. У материалистичных людей ум поглощен объектами, которыми он наслаждается. Очень много объектов различных, привлекательных. Я помню, у меня был случай. Я встретился с человеком, давно уже было, лет 10 назад, директор компании транспортной. Молодой человек, состоятельный, дорогая машина. И я зашел к нему в костюме, в галстуке, с книгами Шилпрапады. Я представил книги Шилпрапады. Он, когда увидел книги, он улыбнулся. Говорит: замечательные книги, я уже их видел. Я уже их видел, эти книги, я знаком с вашими последователями. Очень достойная философия, он сказал. Я подумал, ну замечательно, вот это точно должен взять комплектом. И он говорит: вы знаете, ну книги я у вас эти точно не куплю. Я говорю: почему, Леонид Иванович? Он говорит: ну как почему? Не куплю. И улыбается. Так хитро-хитро. Я чувствую, где-то тут собака зарыта. Я ему дальше стал рассказывать. Он говорит: да вы мне не рассказывайте. На самом деле, когда я беседовал с вашими последователями, я все понял. На самом деле, давайте я вам лучше дам денег, двойную цену за ваш комплект, но книги брать не буду. Я подумал, в принципе, хорошее тоже предложение. Я говорю: ну хорошо, я подумал сам для себя, наверное, нужно начать с первого этапа, сначала получить деньги, а потом уже уговорить его взять книги. Он мне действительно дал хорошую сумму,
там больше, чем даже две стоимости было. Я говорю: Леонид Иванович, я говорю, ну книги все-таки лучше возьмите. Я его стал убеждать. Он говорит: вы меня не убедите, потому что я уже встречался с вашими последователями. Я пока, вы знаете, временно книги ваши брать не буду. Я говорю: так почему же, Леонид Иванович? И он говорит: у вас там есть удивительные четыре регулирующих принципа. И я чувствую изнутри, у меня с детства развита интуиция, я чувствую, что если я возьму ваши книги, тогда я должен буду оставить есть мясо, а я люблю шашлык, рыбу, а я люблю лосось и шпроты. Я должен буду оставить женщин, что для меня вообще неприемлемо, и я к этому не готов. Я к этому не готов. Когда-нибудь в старости я приду к вашим книгам, я вам обещаю, но сейчас давайте ограничимся пожертвованиями. И он мне так и не взял ничего. Так он и ничего не взял. Он чувствовал, что эти книги могут поменять глобально его жизнь. В духовную сторону. Человек был еще не готов к этому. Но очень поразительная вещь. Он сказал: я понимаю преимущество вашей философии над материалистичной жизнью. И я к этому когда-нибудь приду. Я тоже понял, что ему нужно какое-то время, на самом деле, человек. Он делает какие-то шаги, он соприкоснулся с преданными, он сделал пожертвования, держал в руках эти книги. Шилпрапада пишет: если человек берет в руки книги, если он их держит, он получает благо абсолютно. И он подержал эти книги, он на самом деле соприкоснулся с движением сознания Кришны на таком этапе. Когда-нибудь он придет к этому, я лично сам не сомневаюсь в этом. И те цели, промежуточные цели, о которых мы говорим, не являются безобидными. Цели, которые связаны с кармой, гьяной, йогой, это цели, на которые часто клюет наш ум. И Кришна говорит о причине, он говорит: «Пхогайшварья прасакта нам тая пахрита чета сам, явасаятмика будхи самадха унавитхиате». Слово «самадхи» указывает, я еще раз хочу подчеркнуть, указывает на погруженность ума. Погруженность ума трансценденталиста связана с высшим объектом, Господом Шри Кришной. Но обычные люди тоже погружены в самадхи. Мы видим их поглощенность или опьянение чувствами, наслаждениями очень сильна. У меня случай тоже был, я во Владимирской области зашел в одном из райцентров ЖКХ, жилищно-коммунальное хозяйство, тоже представлял книги, это было несколько лет назад. И я приоткрыл дверь директора, Иван Григорьевич сидел, и у него было два компьютера на столе, три телефона, четыре органайзера, много бумаг, он был полностью поглощен работой. Я вспомнил как раз этот текст. Он был буквально в смысле поглощен своей работой, он находился в самадхи. Мне так показалось. И в принципе я не ошибся, когда я заглянул, назвал его имя, отчество, Иван Григорьевич, можно зайти. Он даже не отреагировал. Он был поглощен компьютером, он до меня даже не смотрел. Он думал, вот дает. Даже не смотрит. Поразительно, люди поглощены работой. Он продолжал что-то делать дальше. Я размышлял, думаю, входить вообще к такому человеку или нет, или время можно не терять. Вот. Потом я громче спросил, я говорю: Иван Григорьевич, можно войти, сесть? Я тут по делу к вам приехал. Он тихо сказал: да, присаживайтесь, заходите. И затем я представился, достал книги, стал рассказывать. В какой-то момент он переключился, у меня еще было старое издание «Бхагавад-гиты», где есть картинка, момент смерти, получеловек, полутигр, получеловек, полусвинья. Людям, кстати, нравится эта иллюстрация очень, она их приковывает. Особенно, когда показывают, что это поросенка можно стать, многим становится интересно, что надо сделать, чтобы угодить в такую форму жизни. И я стал по картинкам рассказывать философию простым языком. И его как будто переключило. Он повернул голову вправо, в мою сторону, и стал слушать. Когда я открыл картинку из Бхагавад-гиты, где показан момент смерти,
Его просто приковало к этой картинке. Я ему показывал по другим иллюстрациям, рассказывал о простых вещах. Но его как приклеило к Бхагавад-гите, он смотрел в одну точку. Потом он сказал, ну ничего себе. И все. Что бы я ни говорил, он не возражал, ничего не отрицал, не выражал никаких мыслей. Такое ощущение, что он погрузился тоже в самадхи. И потом я анализирую всегда состояние человека, как ему дальше представлять философию. И я заметил, что я сам отвлекся, и я забыл, как его зовут. Иван Григорьевич или Григорий Иванович. Обычно на протяжении своей презентации я периодически повторяю имя отчество директора или бухгалтера, или человека, которому представляю эту философию, чтобы было очень личностно. И тут я забыл, Иван Григорьевич, он или Григорий Иванович, и мне очень дискомфортно стало. Я подумал, ну как я так дальше не могу, надо как-то узнать его имя отчество. Думаю, если я его спрошу, наверное, обидится просто. А потом я стал размышлять, думаю, ну ладно, наверное, все-таки его лучше спросить, что тут такого, в конце концов, бывает же, забыл имя отчество. И он смотрел все время в одну точку. Я говорю, простите, пожалуйста, что-то я говорю, за меня вылетело из головы, говорю, вас как, говорю, Григорий Иванович или Иван Григорьевич? Он продолжал смотреть в одну точку. Ничего не отвечал. Я громче повторил, простите, как вас, Иван Григорьевич или Григорий Иванович? Потом он тихо сказал, говорит, без разницы. Я понял, что человек уже сошел с ментальной платформы, ему стало все равно уже. Григорий Иванович, Иван Григорьевич. Очень своеобразный был ответ. И затем он предложил сразу взять комплект этих книг. Он, в общем-то, быстро повиновался, достал Лакшми, отдал Лакшми за комплект. И очень интересно, когда я уходил, он продолжал смотреть на эту картинку. Момент смерти из Бхагавад-гиты. Это пример переключения одного самадхи на другой. Но мы должны понимать, что у нашей духовной практики наша целеустремленность, о которой говорит Кришна в Бхагавад-гите. Я вначале привел этот стих, вы все его хорошо знаете. Я вас аятмика будхир, экеха куру нандана. Бахуша Хакьянантарча Будхаев Явасайна. Те, кто встал на этот путь, решительные и целеустремленные, и преследуют одну цель. Но очень часто эта цель уходит из фокуса внимания из-за недостатка вкуса. На самом деле мы с вами можем быть целеустремленными в духовной практике в двух случаях. Есть две вещи, которые влияют на целеустремленность. И первая вещь – это наше понимание или глубина понимания философии. И вторая вещь – это уровень нашего вкуса духовного. Потому что человек следует за своим вкусом и следует за своим желанием. На самом деле мы желаем то, что приносит нам вкус, очень естественно. В сознании Кришны то же самое. Можем понаблюдать с вами, чем занимаются преданные в нашем движении. Вот. Есть определенная свабхава, материальная обусловленная природа. И более естественно заниматься тем, к чему эта природа располагает наша с вами. Но с абсолютной точки зрения вкус отношений с Богом не является дешевой вещью. Мы можем наблюдать, проходит 10, 20 или даже 30 лет. Вкус может быть не таким проявленным. Это не так просто достигается подчас. Или достигается периодически, то, что стимулирует нас с вами продолжать. И так или иначе, когда мы с вами идем по духовному пути, мы можем соприкасаться с промежуточными целями, о которых я говорил в начале. И они будут связаны с кармой, гьяной, йогой. Эти промежуточные цели могут застопорить наше движение, могут заставить успокоиться нас, когда мы с вами получаем богатство или положение какое-то достигаем в обществе преданных. Этот импульс может пропасть. Поэтому, в общем-то, наша с вами задача стоит в том, чтобы быть достаточно бдительными и анализировать собственное состояние, то, что происходит с нами внутри. Внешне мы с вами можем получать те или иные плоды или результаты, но мы должны быть очень осторожны, чтобы не обусловиться ими, не остановиться в наших поисках Верховной Личности Бога. Наша практика – это садхана. Рупа Госвами говорит, что у этой садханы есть цель. Целью является бхава.
Бала – это реальная связь с Богом. Человек встречается с Богом лицом к лицу. Есть определенная эмоциональная сфера. Бхактивинода Тхакур говорит, что настоящая бхакти начинается с уровня бавы. До этого мы с вами проходим определенный путь. И, в общем-то, на этом пути может быть очень много препятствий. У Панишады говорится, что духовный путь подобен движению по лезвию бритвы. Я не знаю, кто-то наступал на бритву или нет. Очень острый предмет, можно порезаться. Вот. И, в общем-то, внутренний стимул человека не должен останавливаться. Мы с вами, соприкасаясь с людьми, которым мы проповедуем, также говорим об этой цели. Таким образом, увеличивается наша вера. Мы с вами укрепляем нашу веру, помогая укреплять эту веру другим в процессе проповеди. Кришна не случайно называет цветистый язык вет. Он упоминает это высказывание, выражение. Прищает этот цветистый язык вет людей со скудными знаниями. О чем идет речь? Люди со скудными знаниями – это люди, которые имеют очень ограниченное понимание самбанхи. То есть фактически самой самбанхи нет. То есть людей привлекает чувство наслаждения. Самбанха гьяна подразумевает связь с Богом. Когда мы с вами стремимся обрести эту связь, то есть мы стремимся достичь Кришны. Мы получили, в общем-то, очень сокровенное знание, но нас ограничивают всегда вкусы, как правило, ограничивают вкусы и какое-то философское понимание. Есть привязанности, которые не дают нам двигаться. Привязанности, они связаны с низшими вкусами. Это часто распространенный кризис внутренний. Вкусы одни, цель другая. И, в общем-то, что влияет на то, чтобы мы с вами могли парировать эти препятствия? В 9 главе 2 песни Шримад-Бхагаватам мы с вами находим текст, который произносит Шукадева Госвами, цитируя слова Верховной Личности Бога. «Эталат эванжигьяся татважигьясунатманах анвая вьятери капхям ядся царвата сарвада». Это последний стих Читукшлоки. И этот стих важный. Шрила Прабхупада дает развернутый комментарий на 6 листов. Второй по объему, в общем-то, в Бхагаватам. После стиха, после комментария к стиху Прахлада Махараджа, Шраванам, Киртанам, Вишнусмаранам. 6 листов. И этот стих раскрывает ту решимость, которая необходима для нас с вами. Там говорится, что тот, кто ищет абсолютную истину, должен продолжать свой поиск всегда и везде, как прямыми, так и косвенными методами, при любых обстоятельствах. Человек должен продолжать этот поиск. Очень мудрое слово использует Кришна, слово «татва». Слово «татва» указывает на истину. Там не указывается на какое-то имя Верховной Личности Бога. На самом деле, есть достаточное количество трансценденталистов, которые тоже ищут абсолютную истину, но их представление об абсолютной истине имеет ограниченный фокус. Кто-то ищет абсолютную истину, так как йоги, они медитируют на параматму. На самом деле это ограниченный фокус поиска Бога. Но это их уровень. Шри Кришна Самхити Бхактивинода Тхакур говорит, что аспекты брахмана и параматмы не предназначены для любовных взаимоотношений. Это не наш путь. Но так или иначе, для определенной категории людей это поиск. Кто-то медитирует на безличный брахман. У людей могут быть разные цели. И сам Кришна призывает искать эту абсолютную истину, не останавливаться, не успокаиваться. Промежуточные цели могут быть препятствием, о которых мы говорили с самого начала. Они могут быть препятствием на пути самосознания, поисков самой Личности Бога. И мне хочется задать вопрос, как вы думаете, что будет поддерживать нас с вами или позволит нам двигаться вперед, не останавливаться и не успокаиваться, даже в тот момент, когда мы соприкасаемся с плодами кармы или гьяны, что будет этим двигателем, который не даст нам с вами остановиться?
садху-санга. Я задаю вопрос залу, тут старшие преданные знают, но кто еще как думает? Давайте еще две попытки. Кто еще как думает, что может позволить нам двигаться дальше, не останавливаться? Проповедь. Спасибо большое. Спасибо большое. На самом деле хорошие ответы. Но есть ответ номер один. Главная вещь или главный фактор, который позволит нам сами не успокоиться, каких бы плодов мы с вами временных не достигли на духовном пути, это повторение мантры или повторение святых имен. Но есть одно условие. Человек должен очень тщательно и научно, внимательно это делать. Он должен повторять святое имя, будучи сосредоточенным на мантре, потому что в нашем случае маха-мантра или святое имя – это сам Бог. Бхактивинода Тхакур пишет, что наша первая встреча с Богом – это встреча со святым именем. Как мы с вами встречаемся со святым именем? Все по-разному. Иногда сон тянет, иногда мы о чем-то думаем, у нас появляется 2 часа, времени для планерки, можно построить свою жизнь во время повторения Хари Кришна мантры, но что только не ухитряется наш ум с вами. Но это определенный труд учиться слушать святое имя, обращать внимание на него. Мы часто говорим о том, что нам нужно научиться повторять Хари Кришна мантру, мы повторяем Хари Кришна мантру, отвлекаясь на что-то периодически. Чаще бывает наоборот, мы с вами повторяем Хари Кришна мантру, вот. Постоянно думаем о чем-то, иногда отвлекаемся на Кришну. Распространенная ситуация бывает. Но наша практика – это научная практика, и люди в нашем движении, которые серьезно относятся к повторению Хари Кришна мантры, они чувствуют эти духовные плоды, духовный результат. Чувствуют то, что их сердце наполняется глубиной. И это важный момент. Мы с вами, будучи сосредоточенными на мантре, если мы научимся правильно повторять святые имена, на самом деле мы сможем быть эффективны не только для самих себя в плане духовного развития, мы можем быть эффективными для людей, потому что когда мы повторяем святые имена, мы сосредоточены на Боге, нам есть чем поделиться, наша проповедь будет гораздо более успешной. Наши слова не будут пустыми. Мы будем ощущать то, что люди откликаются на наши слова. Их реакция другая. И, в общем-то, проповедники используют различные приемы для того, чтобы доносить простым языком знания о Боге до обычных людей во время публичных лекций. Когда мы проповедуем людям на улицах, мы учитываем уровень людей, мы стараемся говорить на их языке. Но главный фактор – это наша развивающаяся связь с Богом. Если мы с вами заботимся об этом, то, безусловно, мы будем более эффективны в нашей проповеди. Это часть нашей проповеди также. Надо это понимать. Тогда, в общем-то, никаких трюков не нужно искусственных. Хотя, безусловно, мы это учитываем, мы учитываем уровни людей, мы стараемся доносить сознание Кришны на том уровне, на котором находятся люди, учитываем языки, когда мы с вами представляем сознание Кришны в арабских странах, например, или в мусульманских республиках, вот, представляем книги, мы используем какие-то выражения, люди ценят это, садака, например. Это есть преданность из Татарстана, садака означает пожертвование. Я помню, как там в Владимирской области встретил представителя мусульманской традиции, он с юга, и он сразу сказал: «Я мусульманин, я не буду ничего брать». Я говорю: «Ну, можете все-таки почитать для интереса тогда, если в конце концов философия здесь не противоречит, можете, я говорю, садака дать». Он говорит: «О! Возьму, потому что садака сказал». Понравилось слово. У нас был случай, помню, нас пригласили в Литву. Я взял с собой Махапрему Прабху.
хорошо книги распространяет. Приехали в Вильнюс. Махапрема готовился к тому, чтобы представлять книги. Мы узнали о том, что там есть книги на литовском языке. И Према готовился к проповеди очень тщательно. Он говорил, так, тут, наверное, все по-литовски говорят. Ну, ты знаешь, я говорю, по-русски тоже говорят. Он говорит, ну, все равно нужно что-то выучить. Я говорю, конечно, выучи. И он выучил, прежде всего, слово «здравствуйте», «лабадена». И он рассказывает мне, говорит, я, говорит, выхожу с огромным энтузиазмом на улице Вильнюса, и мне попадается солидная литовская женщина. Это, говорит, был мой первый эксперимент. Я подхожу к ней и протягиваю книгу на литовском и говорю ей «Лабадена». А она мне говорит, да пошел ты, по-русски. Я, говорит, вообще, говорит, растерялся, не знал, как реагировать. Это первый литовский человек, ну, по-русски ответил. Махапрема говорит, я сразу вспомнил наших русских закоренелых мужиков, расслабился и стал уже представлять книги на русском языке. У меня стали брать. Иногда говорил Лабадена тоже. Так или иначе. И, в общем-то, наш с вами поиск Бога – это непростой путь, но путь очень удивительный на самом деле. Потому что, когда мы с вами берем в руки четкие и пытаемся найти Бога в святом имени, когда мы с вами проводим пуджу, готовим прасад, если мы с вами пытаемся приблизиться к Богу, если наше желание будет поддерживаться, то мы с вами, безусловно, не будем эту связь терять, в конце концов. Этот поиск Бога будет очень большое удовлетворение приносить нам с вами. И наш поиск Бога – это поиск Бога через Святое Имя. Мы с вами учимся повторять Хари Кришна мантру, Святое Имя, не отлично от Бога. И вот эта мантра является путеводной звездой для нас с вами, которая не будет давать нам возможность успокоиться. Но только в том случае, я еще раз хочу подчеркнуть, когда мы с вами делаем это внимательно, когда мы не допускаем лицемерия в эту практику, когда мы боремся с нашим умом, чтобы не отвлекаться от Святого Имени. И, в общем-то, этот путь будет пройден нами на другом уровне, за счет нашей концентрации на Святом Имени. Мне хочется рассказать небольшую историю, которая иллюстрирует то, как человек может искать Бога. В действительности, если определенная связь с Богом посредством Святого Имени присутствует в нашей жизни, у нас появляется стимул, у нас появляется духовный стимул. В свой черед Махараджа Парикшит, появившись на свет из лона Уттары, соприкоснулся с Богом в утробе матери. Ашватхама выпустил брахмастру, которая должна была уничтожить Махараджа Парикшита, но Махараджа Парикшит был защищен Господом, который появился на месте событий, и он защитил Махараджа Парикшита. Некоторые ачари говорят о том, что брахмастра Ашватхамы уничтожила Махараджа Парикшита, но Господь возродил его заново, позволил ему заново родиться. И Махараджа Парикшит, он получил свой первый даршан в утробе матери, в утробе Уттары. Необыкновенная удача, нам даже такого не снилось. Он увидел Господа, у которого в руках вращалась палица очень быстро, подобно метеору. В желтых одеждах с четырьмя руками, у него глаза были красными от гнева. Но этот облик был очень красивый. Махараджа Парикшит, он привлекся этим обликом максимально. Он испытал первые признаки влечения Господа в утробе матери. Когда он вышел на свет, он стал известен как Парикшит. На самом деле в самом Бхагаватам, в первой песне, объясняется причина этого имени.
Сарван Риштам Анут Яян Парикшита Нарешвиха. Махараджа Парикшит известен как Парикшит. Парикшит означает испытывающий. Он на самом деле с самого начала испытывал людей, потому что, получив даршану в утробе матери, он искал Господа, он искал знакомые черты, которые ему напоминали Господа. И он направлялся к тем или иным людям, он видел в людях те или иные проявления Верховного Господа, которого он не мог забыть. И эта тяга найти Бога была очень сильной с самого начала. Махараджа Парикшит был очень дорог Господу, в действительности. И сам Махараджа Парикшит рассказывает Уттари в качестве иллюстрации того, с чем он связан был с самого детства. А Махараджа Парикшит, он искал Бога с самого начала, и это было не искусственно для него. Он был наделен особыми полномочиями, и Махараджа Парикшит, он имел это влечение к Богу с самого начала. Он рассказывает Уттари в качестве примера историю того, как человек может искать Бога и не останавливаться в своих поисках, несмотря на то, что к нему приходят какие-то промежуточные цели. Он рассказал своей матери Уттари историю про одного брахмана. Этот брахман жил в штате Ассам, на северо-востоке Индии, во времена Кришны. Это, и он жил в городе Прагжьотиш. Этот город раньше, или это место раньше, во времена Кришны, был столицей Бхавамасуры. Был столицей Бхавамасуры. Этот брахман был очень бедный. И он мечтал разбогатеть, мечтал о материальном процветании. Но в конце концов, как и многие люди в той провинции, он поклонялся богине Камакхи, богине, которой поклонялись в той области. Он поклонялся богине Камакхи, и богиня Камакхи, она была довольна его простотой, как-то она явилась ему во сне и дала ему десятислоговую мантру, мантру, которая позволяла поклоняться Господу Кришне. Это удивительный случай, немногим выдается такая удача. Брахман с открытым сердцем стал повторять эту мантру, причем богиня, она объяснила ему методику поклонения. Она рассказала о том, как нужно повторять эту мантру, но она не передала ему ни знания самбанхи, ни знания, которое связано с прайоджаной. Он не понимал цели жизни, он не понимал, для чего ему нужно повторять эту мантру. Но он стал искренне это делать. Он стал повторять эту мантру, и он получил сразу два эффекта первых. Соприкоснулся с двумя первыми очень удивительными эффектами. И первый эффект состоял в том, что у него пропало желание разбогатеть. Он не мог понять, почему это желание пропало. И второй эффект, он почувствовал удовлетворенность. Он почувствовал удовлетворение. Очень скоро он оставил дом и пустился в странствие. Первое место, в которое он пришел, это было место слияния Ганги и океана, Ганга-Сагара. И там он увидел брахманов, которые совершали ведические обряды, были очень сведущие брахманы. Они знали 14 разделов вед, 4 изначальных веды, 6 приложений к ним, Пураны, Мимамса, Дхарма Шастры и Ньяя. Они были сведущими в шастрах, но их целью было достижение райского царства, материального процветания. Так или иначе, эта атмосфера она расположила этого брахмана. Те люди, которые совершали жертвоприношение, эти брахманы, они посвятили его в эту науку обрядов. И этот брахман тоже стал совершать эти обряды, но очень удивительно, по мере того, как он совершал эти обряды, он параллельно продолжал повторять эту десятислоговую мантру. И за счет этого он не чувствовал удовлетворения от исполнения обрядов, от того, что делали эти брахманы. У него появилась эта неудовлетворенность. В какой-то момент он продолжил свой путь.
И далее он пришел в Каши, он пришел в то место, где занимались своей практикой майявади. Люди, целью которых был монизм. Эти люди его больше привлекли, правда. Саньяси, там было много саньяси, он увидел очень много отреченных людей. Он останавливался по очереди в их ашрамах, принимал пищу, получал огромное удовлетворение от этой пищи. Но в конце концов, он опять стал перед выбором. У него в какой-то момент появилось желание тоже принять саньясу, стать саньяси. И параллельно он продолжал повторять свою мантру. Эта мантра не давала ему возможности успокоиться. Но оскверняющее влияние общения с этими саньяси, майявади, сделало свое. У него появилось желание принять эту саньясу. В какой-то момент во сне к нему явилось божество, которому поклонялся посредством этой мантры, полученной от богини Камакхи. И он привлекся этим божеством, испытал определенные эмоции, но у него не было самбанки, он не понимал, что происходит на самом деле. И в какой-то момент в другом сне к нему явился Господь Шива, Вишвешвара, супруг богини Умы. И Господь Шива, он посмотрел на него и сказал: «Моя мурха, ты глупец, не принимай саньясу, не надо. Лучше оставь эту идею, иди во враж, там ты найдешь исполнение всех своих желаний. Иди во враж, нет никакого смысла принимать саньясу». И этот браман последовал совету Господа Шивы, он пошел во враж. И третье место, которое он посетил, которое попалось ему по дороге, был Праяг. В Праяге он нашел множество вайшнавов, которые находились на разных уровнях. Они поклонялись различным божествам, Господу Вишну. Кто-то поклонялся Нарисимхадеву, кто-то поклонялся Ангапалу, кто-то поклонялся Мадаве. И он увидел восторженных людей, у людей горели глаза. Кто-то плакал, кто-то смеялся, кто-то танцевал, кто-то пел, кто-то играл на музыкальных инструментах. И браман, будучи неграмотным человеком, он сказал: «О, удивительные музыканты, о, певцы, остановитесь, ответьте мне на мой вопрос. Зачем вы все это делаете, кого вы славите, какова цель ваших ритуалов?» Там было три категории вайшнавов, преданные, которые находились на начальном уровне. Они стали над ним смеяться, они высокомерно посмотрели на него, на его слова. Они стали с издевкой бросать шутки в его адрес. Вторая категория вайшнавов, которая находилась там, они стали раздражаться. Им не понравились эти слова этого брамана. В конце концов, третья категория вайшнавов, которая, уровень которых соответствовал Уттамадхикари, они состраданием отнеслись к этому человеку, который не обладал знанием, так или иначе, не стали говорить с ним очень мягко. В конце концов, этот браман очень быстро влился в их круг. Они порекомендовали ему изучать Пуран, они порекомендовали ему повторять соответствующие мантры. И так или иначе, этот браман, вспоминая образ, который явился ему в результате повторения 10 сложной мантры, он не соответствовал представлению того, чем он соприкоснулся. Так ему казалось. Он проводил разницу, границу между Господом Мадавой, Господом, которому поклонялись эти возвышенные преданные, и тем божеством, которое явилось ему во сне. В конце концов, в обществе вайшнавов ему понравилось гораздо больше. Он чувствовал себя по-другому, он стал испытывать определенные эмоции. В конечном итоге он повторял свою мантру, испытывая определенные возвышенные эмоции, но эти эмоции еще не соответствовали глубине эмоций Бавы. Так или иначе, он не понимал самбанхагьяну, не понимал конечную цель повторения мантры. И в какой-то момент перед ним явился Господь Мадава. Также во сне он явился, и он сказал: «Вспомни слова Вишвешвары, пожалуйста, иди во Вриндаван, не останавливайся здесь». Этот браман в конце концов достигает Вриндавана, и там он встретился его учителя. Этим учителем являлся Гопа Кумар, который
очень хорошо понимал философию. Гопа Кумар проявлял возвышенные признаки экстаза. И когда этот Брахман соприкоснулся с Гопа Кумаром, вначале он принял его за свое божество. Но потом убедился, что это не сам Господь Гопал, а это пастух, возвышенный преданный, который проявляет также очень удивительные чистые эмоции, любви к Богу. И очень интересный момент. Санатана Госвами пишет о том, что сам Гопа Кумар стал размышлять над тем, в каком... Он прекрасно понимал историю жизни этого брахмана, понимал, на каком уровне он находится. И он стал размышлять, как принести ему благо, объяснив ему философию. Понимал, что на самом деле ему не достает философского понимания. И дальнейший рассказ истории жизни самого Гопа Кумара, это длинный рассказ. Но смысл в том, что понимание Самбанха Гьяна, понимание конечной цели, потому что Самбанха Гьяна раскрывает преимущество привлекательных отношений с Верховной Личностью Бога над всеми остальными вкусами, на которых мы можем с вами остановиться, как на промежуточных целях. Это важный момент. Именно поэтому Шрила Прабхупада настаивал, чтобы его последователи серьезно изучали его книги. В книге Шрила Прабхупада есть все необходимое для того, чтобы мы с вами получили глубину этой философии. И когда мы с вами подходим должным образом к повторению Хари Кришна мантры, как к нашей реальной попытке связи с Богом, когда мы изучаем глубоко философию, мы с вами способны быть гораздо более полезными в движении Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада пишет в комментарии к читанию Чаритамрити, он говорит, что наши проповедники должны хорошо и глубоко изучать философию. И в этом случае мы гораздо больше можем сделать для движения сознания Кришны. Можем гораздо более быть эффективными в помощи людям и преданным тоже. Я на этом остановлюсь, уже время истекло. Спасибо большое, Хари Кришна.